По случаю Национального дня озеленения родного края, многие из активистов партии социалистов Республики Молдова и ее молодежного крыла «Молодая гвардия» приняли участие в посадке березовых и ореховых саженцев в лесопарковой зоне в секторе Чеканы в районе улицы Вадалуйводы. «Молодая гвардия» и наш благотворительный фонд «Салуте» и наша организация «ЮБЕС Молдова» взяла шефство над этим местом. Мы здесь посадили деревья, мы здесь сделали неплохое место для отдыха кишиневцев. Кстати, каждый вечер, если сюда подойти, можно видеть, что очень много кишиневцев с детьми здесь гуляет. Мы наводим порядок здесь по несколько раз в году. Я думаю, что было бы неплохо, чтобы каждая организация, каждый, может быть, каждый политик даже взял бы шефство над каким-то местом в Кишиневе. Лидер партии Игорь Дадон, также принявший участие в акции вместе со своими сыновьями Владом и Богданом. Старшего зовут Влад, ему 10 лет. Младшему Богданя. Босет. Младшего зовут Богдан, ему 5 лет. Раз вяша каштата. Да каштата кум. Господи, экономист. О, экономист, звездополитчан, экономист. Для активистов ПСРМ стало традицией собираться на этом месте для его ухода и благоустройства. Мы планируем на этом месте попытаться получить разрешение с примарией. Я надеюсь, что они нам дадут это разрешение. Мы хотим здесь сделать несколько игровых площадок для детей, кроме этого еще несколько, и сделать волейбольные... место для игры волейбола, волейбольный маленький стадион. Осенью прошлого года здесь было посажено почти 400 деревьев. В нынешнем году, в Страстной четверг, была благоустроена детская игровая площадка, а также были установлены скамейки для отдыха, где каждый вечер вместе с детьми отдыхают жители из расположенных вокруг парка домов. Сегодня день озеленения. Мы сегодня решили посадить эти прекрасные березы в месте, где виднеется практически весь город, который за последнее время совершенно не изменился. Мы хотели сделать свой маленький вклад для того, чтобы наш город стал немножко красивее, зеленее. Некоторые разрушают этот город, а мы его как бы озеленяем. Я думаю, что если бы каждый житель Кишинева, в Кишиневе по официальным данным около 800 тысяч, но неофициально, я думаю, что целый миллион, если бы каждый житель Кишинева раз в год посадил бы одно дерево, я уверен, что ситуация в Кишиневе сдвинулась бы в лучшую сторону.